Великобритания готова предоставить убежище членам белых касок и их родственникам. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на МИД страны. По мнению британских дипломатов, добровольцы организации спасли жизни тысячам невинных граждан. Убежище им планируют предоставить в рамках госпрограммы переселения сирийцев, которым угрожает опасность. Я напомню, что белые каски – это активисты, близкие к западным спецслужбам и террористам, известные своими многочисленными инсценировками химических атак в Сирии. Тему продолжит наш собственный корреспондент Великобритании Александр Хабаров. И об этом решении было известно еще в июле, просто сегодня появились конкретные цифры. Стало известно, что Великобритания предоставила политическое убежище 29 активистам организации «Белые каски», и вместе с ними сюда приедут еще 70 членов их семей. Я напомню, что еще в июле 98 белых касок и еще 324 их родственника были эвакуированы из Южной Сирии через Израиль в Иорданию. Эту операцию совместно тогда проводили Великобритания, Германия, Канада, США и Израиль. И сейчас эти люди находятся в лагерях беженцев на территории Иордании. Больше всего белых касок согласилась принять у себя Канада, а оставшихся распределили между собой французы, немцы и британцы. США принимать никого у себя не будут, поскольку там действует известный запрет на прием мигрантов из семи стран, включая Сирию. Известно, что на Западе белых касок представляют как героев. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сегодня еще раз напомнил, что белых касок даже номинировали на Нобелевскую премию мира, хотя прекрасно известно, что эти активисты тесно взаимодействуют с боевиками террористических группировок и находятся только на тех территориях, которые не контролируют правительство Сирии. Отдельные персонажи из этих самых белых касок и фигурировали среди вооруженных отрядов. Их также неоднократно, я напомню, уличали в постановочных съемках, в частности, провокации в Сирийской Думе, где они имитировали химическую атаку правительственных сил, и после чего Сирия была подвергнута ракетному удару со стороны США и их союзников. Также известно, что это движение изначально было создано при поддержке Лондона, и организацию, соответственно, финансирует Великобритания и США. Но в Великобритании есть и независимые исследователи, которые пытаются разобраться в том, что происходит в Сирии. Естественно, они возмущены тем, что эти люди попадают сюда, на территорию этой страны, и непонятно, чем они будут заниматься и где они в итоге будут размещены. Об этом никакой информации пока нет. Александр Хабаров, Вести, Лондон.